Всем привет! На этом видео я вам покажу, как заказать пиццу, используя Terraform. Это не прикол, все по-настоящему. Кажется, пицца и Terraform, какая связь? Ну, скажу вам, всякие такие компании, которые мы думаем совсем не технологические компании, очень даже технологические. На бэкграунде у них обычно работают нормальные продвинутые чуваки и делают все очень даже круто. В общем, у Domino Pizza есть свой API, с которым можно общаться. И этот API публичный, то есть можно в него, в принципе, засылать запросы, получать ответы. И используя API, можно и заказать пиццу. А что такое Terraform? Terraform — это общение с API, такой интерфейс общения с API в виде кода. Поэтому давайте покажу вам, как всем этим пользоваться. Пустая директория, давайте создадим файлик. domino.tf, Terraform. И отконфигурируем наш провайдер, чтобы Terraform знал, с кем мы общаемся. Провайдер. Допустим, вы обычно, наверное, делаете AWS, там, Google и всякое такое. А здесь у нас Domino's. И важные вещи, которые обязательны, это ваши first name. Будет у нас Вася. Last name. Вот у нас Пупкин. Email. Адрес. Будет у нас, например. Это не мой адрес, эти. Так что это так, просто так. И phone number. Еще для заказа самого нужна кредитная карточка. Ну а если так просто поиграться, она не нужна. Ну как отконфигурировать кредитную карточку, я вам покажу. И zip-код — это индекс биллинг аккаунта этой кредитной карточки. Например, такой. Сохраняем. Все. Это для полного заказа. Но мы заказывать не будем, поэтому это можно будет стереть. Давайте попробуем запустить Terraform Ninja, чтобы он скачал провайдер для вот этого Domino's, то есть бинарный файл. Это не сработает. Сейчас вы увидите почему. И нет. И ничего не сработало. Он пошел искать в HashiCorp провайдер с названием Domino's и не нашел его. Почему не нашел его? Потому что этот провайдер просто не зарегистрирован в HashiCorp. То есть, если, допустим, вы сами написали какой-нибудь свой провайдер для своей системы, да, вы можете его зарегистрировать в HashiCorp. Там, скорее всего, возьмет целый процесс. Или не регистрировать, но вы его все равно можете использовать. Допустим, этот провайдер Domino's, он не был зарегистрирован, но его можно использовать. Это считается custom провайдер. Custom провайдер, нужно просто Terraform сказать, где его искать. Нужно вам скачать сам провайдер самому и сказать Terraform, где этот провайдер лежит. То есть нам нужно будет две вещи. Скачать файл, положить его в определенную директорию. И второе, сказать вот здесь, через Terraform, где этот провайдер лежит. Итак, пошли в интернет. Вот сайт с Terraform Provider Domino. Здесь описание, как им, в принципе, пользоваться. Ну, информация устарела, потому что 3 года назад было. И сейчас немножко все по-другому. Поэтому я вам сейчас покажу, как все это работает. В общем, короче, из всего этого нам нужно, в принципе, только GitHub. Перейти на него. Видите, 3 года назад все это обновлялось. И вот здесь bin. Уже, кстати, open source, то есть можете посмотреть, как это все сделано. Bin. Вот бинарный файл, откомпилированный под Linux только. То есть это работает только под Linux. Нам нужно этот файлик скачать и положить в определенную директорию на нашем лэптопе. Давайте возьмем адрес этого дела. Downloads. Просто возьму copy link. Перейдем сюда. Давайте сделаем wget. Вот он скачался. Отлично. Что важно сделать, это сделать chmod плюс x на этот провайдер, чтобы он был запускаем. Это бинарный файл. Все, готово. Теперь куда нам его нужно положить? Нам нужно его положить в директорию
очень такую длинную директорию. Я перешел в etcd в это в home directory. И нужно создать такую директорию. Make dir, давайте. Минус pim, что это директория в директории в директории. Куда Terraform будет лазить, смотреть на свои плагины. Custom плагины. Итак, директория. Мы создаем директорию. .terraform.d/ дальше. Plugins. Дальше. И какой-нибудь domain, допустим, dominos.com, это можно изменить. Дальше организация, допустим, my.org, тоже можно изменить. Дальше название этого провайдера. Dominos. Называется Dominos. Вот. Вот он Dominos, видите, отсюда это берется. Отлично. Дальше версия. Версия 1.0 у нас будет, можно назвать любую другую. И Linux AMD64. Готово. Это такую директорию я создаю. Создал. И теперь этот файлик нам нужно туда закинуть. Поэтому что мы делаем? Мы делаем move pizza slash terraform этот. И мы это копируем вот сюда. Вот давайте вот так сделаю. .terraform plugins domino сюда. Все, готово. Можно посмотреть. Все, вот он там лежит красиво. Отлично. Вот, заметили, да? Путь к этому файлу. Вот какой путь, такой длинный. Сейчас вам покажу, откуда все это берется. То, что нам нужно здесь отконфигурировать у нас провайдер. Где его искать для Terraform? Terraform required providers. И поехали. У нас провайдер Dominos. Dominos. Где он у нас? Source равняется. И здесь мы не прописываем полный путь, вот этот, который у меня здесь был. Вот если его взять так, да, допустим, я его сейчас скопирую. Так, здесь вот так сделаю, блин. Не весь этот путь прописывается, а прописывается только вот эта часть. Вот это. Вот. Только это. Dominos.org, my.org, Dominos. И версия, version равняется, можно указать 1.0, или можно, знаете, это как, можно указать вот так вот, допустим, да? Или вот так вот. Больше пи. Не, ну у нас нужно. У нас так как. То есть, если там несколько версий, он будет выбирать версию. Вот. А, короче, Terraform лезет автоматом в эту директорию, в плагин, там ищет custom провайдеры. И там начинает искать то, что мы прописали вот здесь. Вот он просто, как говорится, copy-paste делает. Версия 1 идет сюда. А Linux это какие под, как, ну, под какой процент системы, в принципе, Terraform бежит. И все, если мы все сейчас сделали правильно, и запустим, и если мы сейчас запустим Terraform init, по идее, все сработает. Давайте попробуем. Pizza. Clear. Вот наш файлик, да? Terraform. Init. Все. Чудно. Все получилось. Он сделал. Что произошло? Вот видите, он создал точка... Вот можно сюда. Точка Terraform. Providers. Dominos. Видите, он... Ну, как всегда, вы запускаете, когда Terraform init, он копирует, делает вам директорию точка Terraform, то скачивает всякие нужные и ненужные вещи. И вот видите, он такую ссылку сделал на наш бинарный файл. Ой, я его открыл. Короче, вот, все чудно, все сработало. Все, теперь, в принципе, можно пользоваться провайдером и писать, и всякое такое, и запускать. Итак, первое, что нам нужно сделать, это послать Dominos, ресторану Dominos, мой адрес. И он его отформатирует под свой формат. Короче, как засылается адрес? Вот такой дата. Dominos. Адрес. И... Например, my address. Да, что-нибудь такое. И мы здесь пишем street. Я буду использовать адрес, близкий адрес к тому месту, где я давным-давно жил. Это куда прислать пиццу, в принципе. Мой адрес. 24.
Готово. Можно, кстати, output давайте будем получать. Посмотрите, что это вообще возвращает. И что он возвращает? Это URL object. Сейчас запустим, увидите. Terraform plan. Видите, что произошло, что вернет это дело? Он просто наш адрес форматирует такой более-менее в две строчки, как это все должно быть. То есть вот адрес такой, чудненько, молодец. Следующее. Нам нужно получить ближайший магазин, ID ближайшего магазина. Data. Domino's Store. Closest. И сюда мы закидываем адрес URL object. То есть скомпилированный, можно сказать, отконвертированный наш адрес. Какой у нас адрес? Наш адрес-то вот он, вот здесь. Вот этот URL object мы закидываем. Вот так вот. И это дело, что нам вернет. Давайте output его сделаем. Output. Store ID. Он ID, то есть ID, короче, ресторана, который обслуживает этот адрес. Давайте запустим. Вот видите, Domino Store 7218 какой-то. Это чисто внутренний номер, ни о чем нам не говорит. Теперь можно смотреть, что у них в этом магазине есть. Data. Domino's. Меню. Item. Item. Допустим, да? В каком магазине? Store ID равняется вот этот магазин, в этом магазине. И нам нужно послать query. Query string. То есть, что мы ищем? Допустим, мы... Можно сразу несколько вещей. Допустим, мы ищем пиццу, да? Посмотрим, какие у них там пиццы есть. Вот, я сохранил. И давайте output сделаем. Все, мы распечатаем вообще все, что там есть. И все, посмотрим, давайте запустим, посмотрим, что у них в меню с названием пицца есть. О, целая куча всего интересного. Давайте посмотрим. А, не так много, кстати. Domino's меню, в этом, в ресторане номер такой-то, с словом пицца есть. Вот видите, small hand toasted pizza. Кстати, это сколько денег? Это как, сколько это стоит? 12.99, 14.99, medium, всякое. И коды, видите, коды. Нам вот эти коды нужны. То есть, допустим, какую пиццу вы захотите. Допустим, мы хотим... И где у нас коды? Коды. Название прикольное. Бруклин пицца. Вот, большая Бруклин пицца. Зашибись. Давайте этот код запишем. 16.99 стоит, да? Это запишем здесь. Это код пиццы, да? Давайте теперь изменим этот, как его, не пицца, еще... И кола, да? Кола, давайте кола. Посмотрите, у них там кола есть. Так, что у них есть? Coca-Cola Zero Sugar 20 унций есть. И чоколад. Кола, видимо, потому что есть тоже кола. Левчак. Короче, вот. Zero, эту пиццу возьму, давайте, да? То есть вот этот код я беру еще тоже. Запятая. Вот, два кода. Итак, давайте теперь сделаем наш заказ. Создаем ресурс. Ресурс называется Domino's Order. И будет My Order. И засылаем несколько вещей. Первое. Адрес API Object. Это наш адрес, в принципе. Только API Object нашего адреса. Здесь мы писали URL Object. А здесь мы будем... API object. Следующее это store ID. Это ID магазина. Вот это дело. И последнее это item codes. То, что мы собираемся, коды вещей, которые мы собираемся заказать. Это лист. И лист вот он. Возьмем вот это. Возьмем сюда. Первый item. Второй item.
Так вот, отлично. И давайте output сделаем с этого дела, да? Output. Все, давайте запустим, посмотрим. Terraform Plan. Теперь важно. Terraform Plan. Terraform Plan — это реально заказать пиццу. Ну, если вы ЕС еще сделаете. Terraform Destroy, кстати, тут не работает. Это не значит Terraform Destroy, типа, все отменить. Нет, не получится. И видите, здесь как-то много написано, поэтому давайте я сейчас уберу, наверное, вот этот меню. Пусть он не распечатывает на меню. Посмотрим еще раз, чтобы чуть понятнее было. И вот. Видите, вот что у нас. Это наш домен, это наш адрес отформатированный такой, да? И вот наш заказ, короче. Видите, все расписано так. Type house, он даже его определил. И вот наши эти коды того, чего мы хотим. Это пицца и Coca-Cola и в этом магазине. И все, и по идее, как бы вот. По идее, вот, если я напишу yes, он, по идее, сделает заказ. И я получу ID, то есть номер заказа своего. Может быть, позвонить в ближайшую пиццерию, которая там у вас находится. И спросить, алло, где моя пицца? И вот такие дела, вот так это все работает. Ну, мы не будем заказывать. Это настоящий провайдер, настоящая пицца, настоящие деньги. Так что да, будьте осторожны, не закажите что-нибудь, что не нужно заказать. Ну, так вот прикольно. Я пробовал использовать это в Канаде. Не работает в Канаде, так как у них zip-код для... Вот этот zip-код адреса нужно вводить цифры, только цифры. В Канаде не цифры, в Канаде цифры и буквы. Поэтому не работает, не получается. Он типа не находит этот магазин ближайший. Вот такие дела. В общем, вот так вот делается, заказывается пицца. Не знаю, если работает это в других странах, там, кроме Америки. Не знаю, честно сказать. В Канаде не работает. Можете проверить. И вот так вот работать с провайдерами, которые кастом. То есть вы определяете, прописываете Terraform, где их искать, и ложите это дело вот в эту папку. Вот такие дела. Ладно, надеюсь, было интересно. И всем голодным девопсам приятного аппетита.